меня смотрят. Угу, симпатично. Шикарно. Думаю, что все готовились, поэтому особо не было сюрпризов по тренировке. Все понимали, что будет хорошая нагрузка, поэтому выполняем задание тренера. Плюс-минус все друг друга знали, хоккейный мир тесен, пересекались где-то, может, общие знакомые есть, поэтому в целом дружная атмосфера, стараемся создать боевой дружный коллектив, поэтому все круто. Соскучился, конечно, жду скорейшего возвращения к болельщикам этой атмосфере на трибунах. Тренировка не так тяжело прошла, она была интенсивная, поэтому есть усталость, но тренировочный процесс нравится, готовимся к сезону. На сборы задача доказать то, что я могу быть конкурентоспособным игроком, неважно то, что я молодой, также буду дриться, кусаться, пробиваться. Всеми способами доказать то, что я здесь нужен.